капец, у вас все страны, как здесь, в кислотном трипе. Так, вернемся к нашим баранам. Точнее, барану. Одному крупненькому, лысенькому барану. Пусть судьба нас рассудит. Не надо ж, не пожалуйста, она меня очень плохо судит. Чему я тебя учила? Не лечь. Яйца где? Вот. Вот и чудненько. Поступим, как Гриша любит. Ставка на спорт. Выиграем, удвоим. Нет, ну, на нет и сюда нет. Нет, давай. Не ходи на все, просто. А мне кажется, так очень смешно. А, пока. Давай, ладно. Все, пойду за день, куда я схожу. Да? Ну, вам сейчас скажу, куда я пойду. Йоу, босс! Йоу, босс! Погнали на столик! Подожди, нет, дай-ка повернуться. Он повернулся, охуел. Погнали на столик! Погнали на столик! Ку-ку-ку! Мне кажется, а можно здесь первый раз идет какой-то, потом еще ее вырежешь? Мне кажется, будет смешать через папку, скажем, пиздец или ебать его. Да, потом еще подрежу, и потом я реплику уже зафигачу. Да, Володь, ваш отдел как фабрика казинаков. Те, кто их варил, никогда их не едят. Да, пока она говорит, ты сидишь про фабрику казинаков, подошел. Смотрю я на фабрику. Смотрел на этого, блядь, этому прям в пенец, в упор ему прям вот этот нос, блядь. Чем больше я тут вашу работничку... Ну, смотри, не, сам не подходи, да, сам наоборот отойди, а это как глазок, блядь. Ага. О, хуя. Да. Что такое? И уже фраза. Чем больше я тут ваших работничков вижу, тем мне сыкать не за тех, кого они защищают. Я что-то не понял. Что мы творим? А почему хлебальники в таком виде в рабочее время? А? Вы же забыли, что нам обещали? Все, и здесь как? Смотри, сейчас... Погнали на стадик. Санька. Ебать. Дай ей сказать, да. Сейчас пусть он скажет. Не, я скажу размашку. Давай. Ебать.
прекрасно. Леш,